Ну что ж, друзья, доброго всем времени суток. Как всегда, с вами у микрофона Док Браун, и сегодня поговорим про Terra Online. Дело в том, что последнее время на канале не выходило роликов по этой MMORPG, и, соответственно, многие задавали вопрос, ставший уже нарицательным, а именно, где Terra, Док? И сегодня мы об этом и поговорим. Но сначала я хочу порекомендовать вам YouTube-канал «Лучшее MMORPG». Там вы сможете найти свежие и актуальные игровые новости, обзоры старых и новых MMORPG проектов, а еще интересные хит-парады на разные темы. А в общем, там много интересного. Переходите по ссылке в описании, смотрите и подписывайтесь. Ну а теперь вернемся к Терре. Наверное, ни для кого не секрет, что Terra была моим любимым MMORPG проектом, и в свое время я делал по ней массу разных видеороликов. Однако, в последнее время видео по Терре и вправду стали большой редкостью на канале, и тому есть ряд причин. Для начала, пожалуй, стоит отметить, что какая Terra была на запуске и какая она сейчас, это практически два разных проекта. Раньше Terra была в разы более хардкорной, и это делало ее достаточно интересной. Прокачка была в разы сложнее, чем сейчас, а данжи не проходились в соло. Да что там, даже чтобы убить Бама, собирали пати. Время шло, игру обновляли, и в один прекрасный момент разработчики Terra столкнулись с проблемой. Как мне кажется, они уже просто не знали, что делать с игрой. И вот как раз с того момента в игре и начали выходить странные обновления, которые просто перетасовывали игровой контент. То есть, например, в одном обновлении в игру вводили новый данж и убирали два старых, а спустя месяц новый данж закрывали и возвращали в игру один из ранее убранных данжей и так далее. Такая тенденция в игре, кстати, наблюдается до сих пор. Более того, игру стали безжалостно оказуаливать. Происходить это стало, по моим личным ощущениям, примерно с вводом инженера. И именно тогда многие игроки ощутили, что данжи резко стали проще, и собирать пати уже не нужно. На тот момент какие-либо сложности могли возникнуть только в высокоуровневых данжах. На данный момент картина обстоит примерно так же. В игре периодически появляются новые данжи, вводится более крутая экипировка, и на этом все. Весь игровой контент стал сводиться к тому, что игрок постоянно вынужден гриндить данжи, чтобы выбить нужные ресурсы для улучшения своего шмота. Ну и все. А учитывая, что PvP-контент в Терре никогда не был ее основной фишкой, то и вовсе возникает вопрос, а для чего тратить массу времени на гринд и улучшение шмота, если по сути все это нужно только чтобы после следующего обновления попасть в новый данж и опять заниматься тем же? Как вы понимаете, весьма сомнительное занятие. В общем, в один прекрасный момент лично мне стало в игре нереально скучно. По факту чего-то нового и интересного в игре нет уже давно, а крутые старые активности по типу Войн Альянсов и, например, Нексусов из игры выпилили. Ну а нереально долгий кач до 70-го левела меня лично мало привлекает. Именно поэтому и нет видео по Терре в последнее время. Обо всех основных механиках и игровых классах я уже давно рассказал. Ну а просто снимать периодически появляющиеся новые данжи в игре как-то скучно. Поэтому и нет новых роликов по Терре. Однако, хочу немного успокоить всех, кому дорога Terra. Ребят, если вдруг в Terra Online будут какие-то обновления или крутой ивент, я вам обязательно сделаю об этом видео. Ну а на данный момент пока что в игре ничего не происходит, так что и снимать особо нечего. Вот такие вот дела. Надеюсь, этот ролик стал полноценным ответом на вопрос, где же видео по Терре. А, и еще в завершении хочется сказать, что как ни крути, в игре стало заметно меньше людей. А города очень сильно опустели, и даже те локации, в которых был постоянный движ, стали выглядеть гораздо безлюднее. Что, как по мне, очень печально.
Но не будем унывать. Хочется надеяться, что разработчики готовят что-то реально крутое, что заставит снова всех вернуться в Terra Online. Ну а на этом пока что все. Спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.